Тася Бхакта Шани Джунджа Топи Ванде Гуруши Шаранара Иня. Чатурвида Шри Бхагаватрасада Свадвана Трипта Хари Бхакта Санга Ритвайва Трипти Ваджатак Садайва Ванде Гуру Шри Чаранара Винья. Кама Тавайора Пара Мадуря Лила Дуна Рупананда Пратикша Насла Данала Лопасья Ванде Гуруши Никунжа юно ратикели сидья, яя липир юптира пекшания. Татрати дакшня, ативала басья, ванде гуруши. Чаранаравинда Сакшат Харитри на самаста шастра Куттаста таба ята эва садви. Кинту Прамурья Прия Эва Тасья Ванде Гуру Шри Чаранара Винда. Ясья Прасада Бхагават Прасада Ясья Прасада Нагати Путоти Яянсту Амстасья Яшастри Санья Ванде Гуру Шри Чаранара Винда. Сарадама Надани Нанока Нанайя Гарунья Ганаганатва Таттасья Канья Нагунар Навасья Ванде Гуру Шри Чаранара Винда.
마세 바퀴 미단다 와미
Thank you.
Jaya Radha Madhava, Jaya Kunjara.
Thank you.
나의 길이 거하다 길이 거하다 길이 거하다 나의 길이 거하다 나의 자가 나 나의 자가 나 나의 바람에 맞아야 속하나 나의 프라부파다 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 야야 Шри Гаур Нитай Ки Джай, Гирирадж Махараджа Ки Джай, Кришна Прабхупада Ки Джай, Ананта Коти Вайшнава Вринда Ки Джай, Нитай Гаура Премананде. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Книга «Кришна. Верховная Личность Бога». Глава 87. Продолжение. Молитвы олицетворенных вед. Достичь экстатического самадхи, то есть полностью погрузиться в мысли о Верховной Личности Бога, может тот, кто постоянно служит Господу. А непрерывно служить Господу может только тот, кто действует под руководством истинного духовного учителя. Поэтому в Ведах сказано, чтобы постичь науку преданного служения, необходимо обратиться к истинному духовному учителю. Истинный духовный учитель – тот, кто овладел наукой преданного служения, передающийся по цепи духовных учителей. Духовных учителей, хранящих истинную преемственность знаний, называют шротрия, первый признак, по которому можно узнать истинного духовного учителя, представителя цепи духовных учителей, то, что он неуклонно идет путем бхакти-йоги. Иногда люди пренебрегают помощью духовного учителя и пытаются достичь самосознания, занимаясь мистической йогой. Однако даже великие йоги-мистики, подобные Вишвамитре, порой терпят неудачу. Тому есть множество примеров. Арджуна сказал Бхагавадгите, что обуздать ум так же трудно, как остановить ураган. Ум иногда сравнивают с бешеным слоном. Не следуя наставлениям духовного учителя, нельзя обуздать ум и чувства. Иными словами, тот, кто занимается мистической йогой, но не обращается к истинному духовному учителю, неминуемо потерпит неудачу. Он только напрасно тратит свое драгоценное время. Согласно ведам, не следуя наставлениям ачарьи, невозможно обрести совершенное знание. Знает истину. Абсолютную истину нельзя постичь с помощью логики. Тот, кто стал совершенным брахманом, естественно, отрешается от всего материального. Он не стремится к материальным приобретениям. Обладая духовным знанием, он понимает, что в этом мире всего вдоволь. Верховная Личность Бога дает каждому все необходимое для жизни. Поэтому настоящий брахман не стремится к материальному успеху. Он обращается к истинному духовному учителю, чтобы следовать его наставлениям. Духовный учитель должен быть брахма-ништа,
Он должен отказаться от всех видов деятельности, кроме служения Верховной Личности Бога Кришне. Серьезный ученик обращается к такому учителю со смиренной мольбой: «Мой господин, пожалуйста, прими меня в ученики и обучи меня таким образом, чтобы я смог отринуть все прочие методы самоосознания и целиком посвятить себя сознанию Кришны, преданному служению». Так, здесь Прабхупада, он говорит о принятии духовного учителя с точки зрения бхакти. Потому что у людей, у майвади тоже есть учителя. Но духовный учитель – это что-то другое, другая категория. Духовный учитель не должен быть связан с материей. Надо пояснить этот момент. Почему такая вот категоричная установка, что только через духовного учителя можно вообще постичь науку самосознания, только через ачарью? Почему так? Что за секрет здесь такой? Почему нельзя самостоятельно? Многие люди, ну, я знаю таких людей, наверное, их много. Они желают самосознания, но не желают принимать гуру. И я их понимаю, когда они объясняют, почему. То есть не то, что какая-то у них есть неприязнь к этому или протест, но недоверие есть. Как бы с одной стороны, да, гуру — это хорошо, но если это истинный гуру, есть ли вообще такое понятие, как истинный гуру? Ведь, наверное, только я сам себя не обману. Но, наверное, любой другой человек может ошибаться, и он может не знать, что для меня хорошо, что плохо, глубоко. Потому что в этом мире я не видел такого опыта, чтобы кто-то меня глубоко понял. Даже мой отец, или мать, или близкие люди. Мне все равно нужно что-то еще. Наверное, мне нужен непосредственно Бог. С человеком опасно связываться, даже в роли духовного учителя. Бог описывается как Пуруша. Очень важный момент. Здесь нет Пуруш в материальном мире. Ну, как бы они есть, ложные, не настоящие. Тут нет настоящего ничего. В этом временном мире это не настоящий мир. Тут настоящий только Пуруша в корне творения. Поэтому мир кажется настоящим. То есть мир не может функционировать, если кто-то не умеет наслаждаться. То есть по-настоящему. Наслаждение означает, что всепоглощающее счастье – это наслаждение. Это не то, что мы можем чувствовать при помощи органов чувств. Какое-то поверхностное счастье, скажем, вкус сладкого. Мне нравится, почему нет? Я испытываю удовольствие, когда хорошая погода, ну и прочие вещи. Люди нравятся, какие-то не нравятся. Но это чувство, мне говорят. Это чувственное восприятие. А там, в глубине души, немножко задумавшись внутри себя, я понимаю, что это не имеет отношения к счастью. Что счастье еще какого-то большего, всепоглощающего. Какого же? Ну, такого счастья, которое бы освободило меня даже от страданий полностью. Вот это моя духовная природа. Вот мне нужен духовный учитель. Ну, здесь много учителей, которые могут научить наслаждать чувства, регулируемое жить тоже. Может быть, распорядок дня, работа. Без работы как наслаждать чувства? Невозможно. Попробуйте целый день просто вот наслаждать чувства. Отвратительно же не станет. Собственно, это самое отвратительное существование, когда человек просто наслаждается, больше ничего не делает. Омерзительное становится существование, его качества становятся плохими. Отвратительное поведение, его слова, и все в нем становится ужасным. Он разлагается просто от этого наслаждения, что не умеет наслаждаться. Поэтому дхарма в этом мире нас держит работа, деятельность. Дхарма — одно из имен Бога. Вот через дхарму мы уже можем испытать некое более глубокое удовлетворение, выполнив какие-то обязанности. Если человек сможет выполнить все свои обязанности, предписанные ему свыше, в конце жизни он будет безмерно счастлив. Как ни странно, когда чувства, собственно говоря, уже становятся старыми, угасшими, его внутренняя энергия будет вечно обновляться. Вот это означает, что он связан с духовным учителем через выполнение
обязанностей, предписанных ему свыше. Дхарма. Если этих обязанностей нет, хотя бы просто работы нет, человек просто загнивает, мастерская, дьявол ум становится праздный. Так мы устроены, что Прабхупада говорит, рука может наслаждаться, но лишь поверхностно, сама по себе. Любые части тела могут тоже наслаждаться, лишь поверхностно. До какой-то степени, незначительной. Но на самом деле вся их способность и сила наслаждаться исходит из желудка. Вот это вот пример наслаждающегося, который умеет наслаждаться. От него исходит энергия наслаждения. Вот это наслаждающийся. От него не исходит энергия страдания или скуки. Или неудовлетворения. В каждом человеке есть энергия наслаждения и энергия страдания. Вот у нас тут все так. И энергия страдания преобладает сейчас. Это искусство, как положить эту пищу в желудок, как свою деятельность на работе, где бы ни было, мысли, связать с Богом. Вот этим искусством обладает духовный учитель. Это и есть, называется духовный учитель. Который уже занят преданным служением. У него нет идеи наслаждать чувства. Бессмысленно, бесполезно тратить время на это. Он умеет положить пищу в желудок. И только вот через это искусство, как это все-таки? Ну, желудок, понятно, я знаю, как положить пищу в желудок. Но как? Свою деятельность, служение отдать Богу. Что это означает? Вот даже работу, даже усилия, даже мысли. Но как это связать? Этому должен научиться у духовного учителя, кто обладает этой связью, этой сильной привязанностью к Кришне. Когда человек служит Кришне, признак этого, симптом, он перестает заботиться о своем наслаждении вообще. Если даже Господь не ответит, никак не повлияет на него. Вообще никак не повлияет на него. Ответит или не ответит, никак не повлияет на него. Сначала нужен ответ, чтобы мне просто убедиться, что Бог есть. Я должен почувствовать его. Бхакти-йога дает возможность почувствовать. Общение с духовным учителем и служение под его руководством дает мне почувствовать, что Кришна действует прямо через моего духовного учителя. Непосредственно Сакшат Тхари. Вот он, Бог. Я могу его почувствовать. Слушая наставление, следуя наставлениям. Если я не выслушаю наставления в духе бхакти, эти наставления, значит, будут продуктом ложного эго, имитацией. Искусство. Слова те же самые, дух, духа нет. Нет духа, так говорят. Все, есть, духа нет. Все вроде правильно, человек, но духа там нет. Итак, слова, мысли и поступки связаны с Кришной, заняты служением Кришне. Это называется духовный учитель. И только по милости духовного учителя можем свои же чувства, мысли и поступки также связать с Кришной, передавая ему и наблюдая, насколько это ему нравится, насколько ему это не нравится. Вот и все. Видите, как легко. Никакой перегрузки гьяны или какой-то искусственной медитации насильственной над умом, сверхаскезы. Нужна просто преданность, внимательность к умонастроению моего духовного учителя. Что я пытаюсь понять, когда общаюсь с духовным учителем лично, или когда я занимаюсь преданным служением, я пытаюсь просто понять его внутреннее умонастроение по отношению к моему служению. Физически он может не присутствовать, но в ване остаются. Остаются наставления духовные. И эти наставления, они сами себе говорят. Потому что если мы следуем наставлениям, эти наставления превращаются в нектар. Это подтверждение. Нам нравится слушать теперь эти наставления. Это верный признак того, что мы удовлетворяем духовного учителя. Что эти наставления вечно в моем сердце. Ананда. Так, через наставление о служении Кришне гуру дает эту ананду, Кришну. Кришна — это ананда. Наслаждающий — значит ананда. Господствующий, значит, ананда. Господствующий не означает, что он всех эксплуатирует и причиной страданий, источник страданий, источник ананды, блаженства. Вот это господствующий наслаждает, положение Бога называется. Это дает мне гуру. Осознать Кришну. Преданный, который, следуя наставлениям духовного учителя, служит Господу с искренней любовью, размышляет так. О, возлюбленный Господь, Ты – источник блаженства.
в твоем присутствии меркнут все приходящие удовольствия, которые мы находим в обществе дружбы и любви. Но тут самые яркие даются представления о счастье. Общество, дружба, любовь — это то, собственно, ради чего люди живут. Ради любви, дружбы и общества. Но это меркнет. Это пугает материалиста, что написано здесь. Вот это проблема сознания Кришны, говорят. Это, может быть, тоталитарная секта. Так они называют, потому что боятся вот этих вещей, что здесь сейчас приводятся. Те, кто не ведают о высочайшем источнике блаженства, ищут мирских удовольствий, но все они приходящие и иллюзорные. Приходящие и иллюзорные. И не только смерть причина приходящих этих явлений. Мы сами причина приходящих явлений. Мы сами разочаровываемся в этом обществе дружбы и любви. Мы уже разочаровались за эту жизнь много раз. Много раз. В обществе, в дружбе и в любви. В мирской. Но мы хотим постичь суть настоящего общества, семьи Бога. Суть настоящей дружбы, более высокой, чем удовлетворение собственных чувств, национальных или личных интересов, совпадающих с друзьями. И любовь также, она приходящая в этом мире. Мы сами отвращаемся от нее. Когда тела стареют, любовь куда-то уходит к этому телу, через тело. Тело — любовь временная. Мы теоретически понимаем, что там душа, но тело отталкивает. Для интимных отношений старость не подходит. Неприятно. Мы сами отрицаем все это. Так какой же смысл стремиться так сильно к этой дружбе, любви, воспевать это и провозглашать, а потом, когда оно увянет, мы ее просто выметим в мусор. И будем искать новой любви, новой дружбы, чтобы просто тоже вымести в мусор. Мы должны не забывать, что там, в этом старом теле, молодая душа вечная находится. Нельзя с этим мусором обитать душу. Вот тут мы совершаем серьезную ошибку. Мы друг друга приводим к страданиям, к отвержению. С болью, да, с привязанностью, но так уж устроен мир материальный. Великий поэт Вайшнав Видьяпати говорил: «О Господь, общество, дружба и любовь, несомненно, приносят нам какие-то радости. Хотя они всего лишь порождение материального ума. Но эти радости не могут напоить мое сердце, которое подобно пустыне». Ну, мало радости, немного, чуть-чуть. Не удовлетворяет полностью душу такие отношения. Как дети, например. Наверное, максимальная привязанность — это к детям, собственно, у родителей. Особенно если хороший ребенок. Но мы не видим, что это становится основой счастья для человека. Когда Махараджа, у него не было детей, помните, я забыл сейчас его имя. Читракету. Махарадж Читракету, да, у него не было детей. И Ангира Муни его благословил. Будет у тебя ребенок, хорошо, царь. Не скорби, иначе так принесешь несчастье всему своему царству, своей скорбью. Не скорби, я тебя благословлю, будет у тебя ребенок, но он будет причиной твоей радости и страданий, и то, и другое. И вот в этой истории описывается, какую сильную боль испытал этот царь с царицей, и какую радость испытал, и какую сильную боль. В мире двойственности так. Это яркая история. Чем сильнее радость в этом мире, тем сильнее боль. Чем сильнее радость приобретения, тем сильнее боль разрыва, разлуки, утраты. В аварийном мире нам гарантировано только страдание в итоге. Счастье не гарантировано. Оно временно приходит и уходит, но гарантирована боль. И боль такая, что мы больше не воспринимаем счастье, как будто его нет. То есть боль приходит как убийца счастья просто.
Она разрушает нашу веру. Потому что боль для души зло, неестественно. Рождение, старость, болезнь и смерть все приносит нам страшную боль. Вот это зло для души, которое утрачивает веру, становится циничной в итоге. Как этот царь, когда потерял ребенка, которого он так хотел, так привязался, он с царицей стали проклинать Бога. От боли. Они больше не могли наслаждаться ни царством, ни подданными, ни обязанностями. Такая боль заглушила все в человеке, убила все, всю его душу. Как бы. Вот такой опасный материальный мир. И радость, и горе одновременно ты получаешь. То, к чему ты так привязан, будет причиной твоего сильного страдания. На смертном одре твоем или как-то еще, но так или иначе, таков материальный мир. И при этом нам нужно еще пройти через то, что наши дети, вырастая, мы должны согласиться с их свободой выбора, с их желаниями. До какого-то возраста они просто выполняют наши желания, кажется, все хорошо. Ну, конечно, капризничать, но я могу заставить его воспитывать, обучить. Он делает то, что я хочу, меня это вдохновляет, но в какой-то момент он скажет: «Папа, нет». Мама, нет. Не буду так делать. Все. Вот так вот. И тут должен задуматься, если сейчас я надавлю, будет еще хуже. То есть это уже другой возраст, это уже другие отношения. И мне нужно идти как-то уже другим путем общаться, иначе все развалится, мы станем врагами. Собственными детьми. Мне нужно отречение. Нас жизнь толкает к этому. А ведь такая привязанность, это трудно, это же трудно. Дружба, общество, любовь, так трудно оторваться от этого, от этих привязанностей. Вот этому учат ачарьи, постигшие как бы бхакти-йогу, которая освобождает человека от боли полностью. Ну, а иначе слово «Бог» теряет смысл, наслаждающийся. Теряет смысл. Если он такой слабый, что медитация на Бога не освобождает от страданий, то какой же это Бог вообще? Это что-то либо искусственное, либо надуманное, может быть, либо потому, что я еще несовершенен, не соприкоснулся с Богом. Но если у вас есть сильное лекарство, настоящее, и вы его принимаете, болезнь уйдет. Бог как лекарство, говорится, сильнейшее лекарство всех страданий. Если его правильно принимать, все страдания уходят. Даже находясь в материальном мире, можем легко переносить все эти ситуации сложные. Сложные потрясения, говорится. Сложнейшие потрясения выдерживает человек. Много. Любого святого возьмите, любых преданных возьмите, их описание, какая у них. Да обычный человек не рискнет встать на такой путь вообще, простите. Так быть святым, это просто страшно. Это же просто страшно, каким суровым испытанием они иногда подвергаются, эти святые люди. Не все, конечно. Кто-то не подвергается никаким суровым испытаниям. Но обычно ачарья подает пример. Вот в обычных условиях жизни, как можно быть занятым преданным служением. Прабхупада поехал на Запад и вот показал просто в обычной жизни хиппи, людей, которые вот искали смысл, были отверженными от социального мира, оторванными. И там, живя прямо с ними, вот в этой как бы нечистоте, их еще вот они нечисто жили. Там Прабхупада показал, как можно жить чистейшим образом, предлагая все Кришне. На глазах все очищалось. Менялись их прически, менялись их одежды, менялись их омовения, менялись их привычки, менялись их понимания, менялись их умонастроения. Все освежалось, все восстанавливалось на глазах. Из самого низа, из самой грязи. Это потрясающий пример Кришну дал. Это сила бхакти-йоги. Но чем больше мы понимаем положение Пуруши, наслаждающийся тем, мы счастливее становимся. Потому что это счастье в служении Пуруши. Подобно тому, как мы насыщаем желудок, то мы одновременно чувствуем и насыщение, и счастье, удовлетворение в этом процессе. Такие примеры дают ачарьи. Чтобы напоить пустыню, нужен океан воды. Можно, конечно, пролить на песок и каплю воды, но что она в необъятной пустыне?
Подобно этому наши материальные сердца полны бесчисленных желаний. И материалистическое общество, дружба и любовь не смогут их удовлетворить. Мы обретем удовлетворение лишь тогда, когда наши сердца начнут черпать блаженство из высочайшего источника блаженства. Такое духовное удовлетворение можно испытать только в процессе преданного служения в полном сознании Кришны. В полном сознании Кришны. То есть полное блаженство. Тут есть момент, что такое же полное это блаженство. Оно есть. Но почему у меня нет этого полного блаженства? Потому что человек привязан к страданиям. Может, вы удивитесь такому утверждению? Называется извращенное сознание. Он привязан к страданию. Например, депрессия. Что такое? А человеку нравится там находиться. Вот в чем проблема. Вот в чем болезнь. Я несчастный. Я самый несчастный в мире. Ему нравится это настроение. Он наслаждается этим настроением. Он привязан к страданию. Вот, человек. Так уж устроен странный этот мир, что мы смеемся и плачем над одним и тем же, над страданиями. Как у Чарли Чаплина, его там постоянно кто-то убьет, он обо что-то бьется, что-то там падает, и все смеются. Ну, таков материальный мир. По-другому здесь нельзя. Мы над страданиями смеемся, над страданиями плачем, и то, и другое. То есть привязанность к страданиям. Как вот взять бхакти-йога? Простая вещь. Воспевай Харе Кришну. Нет, слишком просто. Мне нужен суровый путь. Жуткий путь, знаете, аскез какой-то там, вот это я понимаю, духовная жизнь, я страдал ее, выстрадал, понимаете, заработал по-настоящему. Я работаю как осел, думаю, я горжусь, о, вот теперь это жизнь, я нормально. Я понимаю, что человеку нужен выход энергии какой-то, да, чтобы обновить свое наслаждение, он должен поработать, устать, чтобы потом почувствовать, что такое воды, что такое пища, переварить ее, потому что он отдал энергию, и он может теперь восполниться, и он думает, что он счастлив при этом. Через страдания. Верблюд ест колючку. Попробуйте, да вы не сможете. Надо тренироваться долго. Возможно, йоги какие-то смогут это сделать. Вы, наверное, видели здесь верблюдов в Средней Азии, которые едят колючки, у них языки все вот как ежи такие. Я сначала думал, что такое язык у верблюда. Странный. Такой волосатый, что ли. Не, он пронизан колючками. Ну, там кровь сочится, и он и ест эту колючку, притронуться сложно к ней, очень, ну, больно. Он ест эту горькую, полусухую колючку. Этот вкус, говорят веды, смешивается у него во рту собственной кровью, кажется вкусным. Вот в чем вкус его. Не в колючке. В этом мире материи вкуса-то и нет, как такового. Он смешивается с нашими страданиями, с нашим трудом, с нашими мыслями, с нашим отождествлением, и вот это приносит ему счастье. Сама материя не приносит ему счастья. Там нет вкуса. Это материя. А если есть, говорится, какой-то отраженный вкус, напоминает каплю воды в пустыне. Не так много. Даже, знаете, разочаровывает. Столько трудился, а что получил? Медаль. Вот на ладони умещается. Это за все прожитые годы. Все. Иди. Уходи. Все, награда есть тебе. Ну и когда ты умрешь, там памятник поставим, все, ну что еще можно сделать. Все это быстро забывается как-то и так далее. Ну так устроен мир. О Господь, продолжали веды. Ты Сат-Чит-Ананда, Виграха. Твое тело вечно исполнено знания и блаженства. И поскольку живые существа — твои неотъемлемые частицы, в своем естественном состоянии они в полной мере сознают тебя. Того, кто, находясь в материальном мире, полностью развил в себе сознание Кришны, уже не привлекает материалистический образ жизни. Он не стремится обзавестись семьей, чтобы иметь некоторое право на чувственные наслаждения. Иными словами, он больше не жаждет мирских удовольствий. То есть цель семьи, то есть семья это нормально, но чтобы иметь некоторое право на чувственное наслаждение, право. Семья как бы право дает такое. Вообще запрещено кодексом как бы нравственности и чести наслаждаться вне брака. Искать себе партнеров там и наслаждаться таким образом.
Это безнравственно считается, ну, в цивилизованном обществе. Но в браке есть право. И человек может думать, о, я вступлю в брак, у меня будет право наслаждать чувства. Сейчас вот это право, оно, собственно говоря, главным считается в человеческой как бы, культуре, в современной культуре. И редко мы видим, что у них еще какие-то цели семейные, высокие, духовные задачи. А обычно просто право наслаждаться и для собственной славы зарабатывают деньги, карьеру делают только для этого. Нет других целей. В основном это разрушенный институт брака. Вот такая семейная жизнь нас не должна привлекать. Это семейная жизнь свиней, собак, говорится, и кошек. Потому что такие семейные люди в мире жить не могут. Ни друг с другом, ни с другими семьями. Очень сложно. И у меня были друзья, конечно же, когда учился в школе. Главное была дружба. Были отличные ребята такие, я помню всю жизнь. Добрые, хорошие. У меня друзья были очень хорошие. Но однажды я подошел к матери и говорю, мама, а у тебя есть друзья, подруги? Как-то не видел их. Там все дома, с детьми, там, с отцом. Там. Ну, там редко гости придут, но как-то не назвать их друзьями, чтобы они, вот, знаете, как мы. Не разлей вода вообще, мы так все вместе, там, чуть что сразу встречаемся, гуляем, домой не загнать, нам интересно. Она говорит, были друзья. А где? Она, ну, она говорит, это пока ты молодой, говорит, а потом это все пройдет. Потом у тебя будет семья, дом, деньги, и там уже не будет такой дружбы. У каждого будут свои деньги, свои интересы, свои дети. Это уже не так просто будет. Потом уже отходим от этого, уже эта дружба нам не помогает. Так мне мать сказала. Я подумал, нет, я так жить не буду. Что это за жизнь такая? Вот я живу в семье вместе с матерью, с отцом. Ничего интересного. Хочу из дома убежать куда-то с друзьями. Свобода нужна, счастье нужно. Тут что это такое вообще? То пропылесось, то половик вытряхнет, то мусор вынесет, то в магазин сходи, то тебя ругают, то учиться. Ой, боже мой, то отец с матерью не могут найти общий язык, то с сестрой дерешься. Ой. Это дома. Хочется всю комнату закрыться просто и заниматься своим делом, чтобы не... Ну, туда залезать, куда? И что тут делаешь? Давай выходи отсюда, иди туда, иди сюда. Ой, боже мой, семья называется семья. Ад какой-то вообще. Что-то ужасное, отвратительное. Семейные люди. Вот с такой целью, говорится, не нужно заводить семью. И когда это вообще писалось и говорилось, люди вообще понимали семейные ценности, настоящие. Сейчас их нужно восстановить, когда мы пытаемся их восстановить, люди не понимают нас толком. Они привыкли, знаете, как таблетку получить, и сразу же симптом ушел. Дайте мне какой-нибудь рецептик, чтобы муж стал послушным. Вот сразу же, что нужно сказать, как нужно себя вести. Ради этого я постараюсь, чтобы вот как-то он послушный был и слушал меня. В таком духе каждый хочет сам наслаждаться независимо, независимо от мужа, от жены, от детей. А как это сделать? Только подчинить. Единственный способ – это подчинить других людей своей воле. Так можно наслаждаться. Если они не подчиняются, как будете наслаждаться? Поэтому люди грызутся, как кошки и собаки. Желая подчинить друг друга, детей подчинить, мужа подчинить, жену подчинить, родителей старших, уже старых подчинить, всех подчинить. До убийства доходит в семьях. Вот такая вот картина сложная. Вот с такой целью семью заводить не надо, здесь говорится. Ад создается таким путем. Иными словами, он больше не жаждет мирских удовольствий. Чтобы достичь совершенства, человек должен обрести знания и отрешиться от мира. Но это очень трудно сделать, ведя семейную жизнь. Поэтому люди, обладающие сознанием Кришны, находят прибежище в общении с преданными или поселяются в святых местах. Это могучие факторы. Вообще это трудно здесь, семейному человеку очень трудно, но есть самые могучие факторы, очень сильные, сверх. И поселиться в святом месте, либо дом сделать святым местом, и общаться с преданными. Самый сильный фактор общения с преданными. И тут уже не важно, семейный человек или не семейный человек. Гарантированно. Пока вы общаетесь с преданными, гарантированно продвижение духовное. Это сила бхакти-йоги. Другие процессы для семейного человека не применимы.
Ни гьяна-йога, ни мистическая йога, ни пути жертвоприношения, ничего. Его засасывает постоянно работа и деньги. А тут он не сможет вырваться. Он будет думать всю жизнь, что жизнь именно так и устроена, работа и деньги. Он по-другому не сможет понять, даже слушать такие вещи. Пока не встретит преданных, которые могут даже эту работу одухотворить. Даже деньги одухотворить. Это чудо для обычного человека, это вообще невозможная вещь. Невозможная вещь, значит, свое ложное эго посвятить служению Кришне. Просто невозможная вещь, но кто-то это делает, вот это чудо. И это чудо захватывает душу, говорится. Когда мы общаемся с чистыми преданными, да, процесс происходит быстро, мгновенно иногда происходит. Такие люди знают об отношениях между сверхдушой и индивидуальными живыми существами и отказались от телесных представлений о жизни. Поскольку они в полной мере сознают тебя и всегда носят тебя в своих сердцах, они становятся столь чисты, что любое место, где они бывают, превращается в место паломничества. А вода, которая омывает их стопы, может спасти много грешников, блуждающих в материальном мире. Когда мой Гуру Махарадж был здоров, он много путешествовал. В книге рекордов Гиннесса был занесен, как сам путешествует человек планеты одно время. И у него была трость деревянная, с таким набалдашником, с какими-то там камнями драгоценными, не помню, в общем, какая-то такая, знаете, сказочный предмет. И мы не знали, что за трость. Оказывается, эту трость он предлагал тысячам имен Господа Вишну и носил ее как посох Вишну. С этой тростью ходил. И у него были перстни такие на пальцах с шалограмма-шилами прямо на руках. Так он выглядел. И я все думал тогда, зачем ему эти атрибуты, Гуру Махараджу? То ли вкус такой у него, что такое? Вот пытался понять, что саньяси вроде, да, а у него такая, знаете, тюрбан большой такой, такие длинные одежды всегда, на нем масса гирлянд, весь в перстнях, с этой тростью экзотической, сказочной. Завораживало, и что-то вот было мистическое, что-то непостижимое, все же был вопрос, это же все как-то материально, вот, но... Но он благословлял этим перстнем, он касался головы преданных некоторых, там, где шалограмма шила, божество. И трость, заряженная тысячами имен Господа Вишну, он касался лба преданных, давал благословение. И бывали случаи, когда преданные теряли сознание от этого прикосновения. Мы в новостях прочитали, где-то Гуру Махарадж был, и там оттуда написали, что какая-то женщина подошла к нему получать благословение, коснулся тростью лба, она потеряла сознание в экстазе. Но я другие вещи видел тоже. У нас на сафари была одна молодая, преданная, начинающая, неинициированная. Вот что о ней можно было сказать тогда? Ну, олицетворенный тамас. И такой вид у нее, и поведение такое, и такая она ленивая, и такая вот как будто, знаете, на все одинаково равно смотрит, как вот на Матрикаре. И так появляется, где-то там поест, опять пойдет. В общем, как она присоединилась, что она понимает, ничего не было понятно. Понимает, не понимает человек вообще философии. На нее так все смотрели молча, так иногда. Я видел это чудо. Это было место на Нарисимха-деве, где он... Нарисимха-пали, что ли, нет. Это Южная Индия. Джияда Нарисимха. Вот такая золотая форма божества с открытым ртом. Вот распространяют, как Махапрасад. Вот мы это пили бутылками, этот гурт там, чтобы этот Махапрасад пить. Там изобилие его было в этом храме. Махарадж взял свою большую лоту, открыл рот так. И так с высокого расстояния тонкой струйкой так попробовал этот гурт. Ну, видно, Гуру Махарадж в экстазе в полном этого. Он всегда в экстазе, вот еще этот гур. И так у него это сознание, значит, Кришны, вот это сознание Нарисимха-дева. И он так поворачивается к нам и смотрит на эту тамаси. Еще она не Давидаси никакая, еще она просто вот сари одела и все. Ничего за этим нет. Но она уже в святом месте, уже с Гуру Махараджем, уже стремится. Вот так на нее посмотрел, так подзывает, открывает рот. Оно точно так же так
Рот открыла. Вообще непонятно, о чем там. Ну, там у нас такое торможение, не пробудившееся. И начинает ее вот так вот, прямо с лоты вот так вот со своей вот, лить в рот. И она пьет, пьет, и он на нее так смотрит, пьет, пьет, пьет. И вдруг у нее пошли, как вот оживает человек, вот, вот бледный, мертвый, да, мертвец, вдруг у нее такие красные, такие появляются розовые такие оттенки, вдруг такие глаза искрятся. И она чувствует такую, оживает на глазах. Я видел на глазах, грубо говоря, что делает вообще, как это? Я видел ее все эти дни, боже мой, ее обходил стороной, чтобы не наступить случайно. Тут оживает вообще человек из предмета, превращается в живое существо, вообще четко, что с мантрой уже все осмысленно делает. Боже мой, чудеса какие. Вот, вот такие трансформации мы видели очень часто. В святом месте, общаясь с духовными учителями, общество преданных, воспевая, вот, общаясь с ними. Это было удивительно. Когда безбожный демон, отец Махараджи Прахлады, спросил сына, что из усвоенного в школе понравилось ему больше всего? Надо спросить об этом. Миланию будет. Махарадж Прахлада ответил, так, вы тоже должны спрашивать, когда дети будут предоставить об этом. Сажайте на колени, по примеру Хирани Кашипу также. И говорите, дорогой мой, дорогая моя, ты учишься в школе. Что там? Что самое интересное? Расскажи там было. И по этим вот вещам можно многое понять. Материалистичные люди пребывают в мире... Махарадж Прахлада ответил. Материалистичные люди пребывают в мире приходящих, относительных истин. Поэтому и всегда снедают тревоги. Самое лучшее для них – выбраться из бездонного колодца семейной жизни и уйти в лес, чтобы обрести прибежище Верховного Господа. Вот мы уже вот в лесу, уже все. Отошли от всех дел. Вот сейчас эта ситуация напоминает некое отречение от деятельности. Вот когда карантин, у людей есть такое как бы отреченность. И переоценки ценностей происходят прямо каждый день. В умах людей сейчас. Много хороших реализаций. А представьте, если бы вот эта гонка бы не прекращалась, и было бы очень трудно оторвать. Ну, трудно и долго. Вот так происходит быстрее. Потому что у них вот эти духовные тенденции сейчас пробуждаются легче. В уединении, когда человек может немножко помыслить, задуматься о жизни, а ситуация помогает задуматься о жизни, то прогресс происходит как бы быстрее, почва появляется. Любое сейчас услышанное слово для людей очень ценно будет. Потому что почва есть какая-то благоприятная. Это может дать росток. И выбраться из этого бездонного колодца семейной жизни, где вот эта вот гонка до смерти, до старости, вот эта вот работа и деньги, очень сложно. Уйти в лес. Раньше так делали, в те ведические времена, но это ведическая культура, должен быть ведический климат для этого. Например, в Сибири это сложно сделать, уйти в лес, труднее. Большая аскеза, жить в лесу, легче жить в городе, конечно. Но ведический климат позволяет человеку жить в лесу, без каких-то даже больших затрат и усилий, климат подходящий. По-настоящему чистых преданных именуют махатмами, великими мудрецами, обретшими совершенное знание. Они всегда думают о Верховном Господе, о Его лотосных стопах, и таким образом достигают освобождения. Таких преданных Господь заряжает своими непостижимыми энергиями, и тогда они сами несут освобождение тем, кто вручает себя им и следует и за ними. Чистый преданный, обладающий сознанием Кришны, полностью одухотворен, поэтому каждый, кто соприкасается с ним или примет его покровительство, тоже наполнится духовной силой. Чистые преданные никогда не гордятся своими материальными достояниями, знатным происхождением, образованием, красотой или богатством. Даже если преданный Господа обладает всеми этими достояниями, он никогда не впадает в гордыню. Великие преданные странствуют по всему миру,
переходя из одного святого места в другое. На своем пути они встречают много обусловленных душ и спасают их, общаясь с ними и делясь духовным знанием. Обычно они останавливаются в таких местах, как Вриндаван, Матхура, Дварака, Джаганатхапури или Навадвипа, где, как правило, собираются только преданные. Общаясь друг с другом, они продолжают совершенствоваться, чтобы дать каждому возможность встретиться с людьми, обладающими сознанием Кришны. Великие преданные открывают храмы и ашрамы, в которых собираются те, кто предан Кришне. Общаясь с ними, люди могут постепенно обрести сознание Кришны. Но ведя обычную семейную жизнь, лишенные сознания Кришны, человек не сможет достичь духовного совершенства. Итак, здесь говорится, где нужно искать чистых преданных, в каких местах, где они находятся вообще. Вриндаван, Матхура, Дварака, Джаганатхапури или Навадвипа. Вот такие места. Есть также святые места в других традициях, священные места, связанные с жизнью святых людей или святые мощи где-то хранятся. Есть всевозможные монастыри, где люди идут путем святости. И у них тоже есть там свои традиции, они тоже медитируют на тех святых, которые были до них, оставили им тоже какое-то послание духовное. Обязательно нужно быть связанным. Чистых преданных Кришны можно встретить во Вриндаване, в Майяпуре, на Вадвипе, Джаганатхапури. Можно увидеть таких людей, погруженных в сознание Кришны полностью. Но Прабхупада сделал такую удивительную вещь. Сейчас можно встретить чистых преданных даже в городах, таких как Москва, Нью-Йорк, Токио. Они путешествуют сейчас по всему миру, проповедуют сознание Кришны. У них нет вкуса жить в таких городах, конечно же, где страсти и невежество преобладают. Но города сейчас лучшие места для проповеди, что люди сознают там страдания, они хотя бы имеют страсть, активность какую-то, любознательность, любопытство. Деревни сейчас опустились низко, многие сельскохозяйственные общины, колхозы, совхозы бывшие. Люди там, говорят, спились сильно вот, на земле, их мышление деградировало. И труд сейчас на земле людей не привлекает по этой причине, что это как бы примитивная жизнь, кажется, неразвитая. Но вопрос в другом. Когда мысли людей возвысятся высоко на духовный уровень, они оценят жизнь именно сельскохозяйственную больше всего, не промышленную. Она будет иметь для них вкус, настоящий вкус. И в этом есть настоящий вкус, если правильно относиться к земле, природе, если правильно мыслить, правильно чувствовать ее, правильно общаться. Как эксплуататор, если человек общается, он превратится в животное. Природа не даст ему вкуса. Это естественно. Ни одно живое существо вам счастья не принесет, которое вы эксплуатируете. Ни одно живое существо. Ни человек, ни животное не принесет вам счастья. Ни деревья. Но если вы изучаете, если вы служите Кришне, вы служите всем, говорится, они приносят счастье. Дух привносит свой. Все становится одухотворенным. Так человек может вот, заниматься такой духовной деятельностью, но для этого нужно возвысить мысли. И для этого странствуют эти проповедники, чтобы возвысить умонастроение, мысли людей до сознания Кришны, до сознания Бога. В этом решение всех проблем. Животные, если люди на уровне животных инстинктов, собственничества, они не смогут усовершенствовать жизнь друг друга. Ну, что они, только технологии совершенствуют и оборону. А счастья нет, не могут дать. Хорошо, мы тут остановимся. Если есть вопросы, пожалуйста. Он бы не осознал просто абсолютную истину, да?
он, да, он уже вроде был благочестивый царь, то есть у него все было, вроде он был преданный. Единственное, чего у него не было, так это вот сына, да? И Ангира дал ему сына, и он потом забрал. Ну, то есть он сказал, да, что вот будет и счастье, и горе тебе. То есть он только через это мог осознать эту абсолютную истину. То есть сам сын, да, по-моему, наставлял его потом. Ситуация немножко другая с царем Читракету. Царь Читракету не имел детей и был обеспокоен передачей наследства. Это сильное беспокойство для царя, конечно же. Это все понятно. Ничего там нет предосудительного. Мы тоже должны беспокоиться, чтобы все самое лучшее, что мы сделали в этом мире, передать в надежные руки. Это тоже наш долг. Но у царя есть долг. Передать царство. А сына нет. И вот свет ему становится не мил. Напрасно же все это, его труды будут. И в чем он совершил ошибку? Для царя эта ошибка была серьезная. Он настолько был поглощен этими желаниями и мыслями материальными, что забыл о духовном знании. Вот в чем была его ошибка, вот в чем был его промах. И когда пришел к нему Ангира, мудрец, мудрец приходит не для того, чтобы дать материальное благословение, а для того, чтобы прежде всего дать духовные знания. Царю прежде всего это нужно. Но увидел, что никакого интереса царь не проявляет к этому. Вот в чем совершилось, как бы апаратха. А то есть была попытка... Да, да, да. При присутствии мудреца царь должен был именно обратиться к духовному. Он совершил как бы некое такое оскорбление мудреца. И он даже ему сказал об этом, что ну, ты говоришь просветляющие речи, но они не входят в мое сердце. Как можно голодного человека удовлетворить гирляндой? У меня нет сына. Вот он материализовался, вот тут как бы так вот пал, можно сказать, в уме, в умонастроении, упало до материальных вот этих вот вещей. Тогда мудрец сказал, хорошо, тогда другим путем. Царь все равно должен получить духовное знание. Тогда другим путем он про себя подумал. Так вот у тебя будет сын, хорошо. Раз ты хочешь сына, получай сына. Но харша шока получишь. Это будет тебе счастье и большое страдание. И сейчас. Он знал, что когда будет страдание, тогда царь услышит его. Обратит внимание на то, что говорит мудрец. Тогда таким путем. Но так или иначе он передал ему знания. Но он добился своего. Иначе нет смысла в слове «царь», если он не имеет духовного знания. Он любой ценой должен получить знание. Духовный царь. Это бедствие в стране, если царь не обладает духовным знанием. Там вообще жить нельзя, говорится в ведах, в таком царстве. Не живите там, где царь не обладает духовными знаниями, там, где нет реки и еще какие-то вещи, так говорится в Писании. В тех местах жить не нужно. Ну, поэтому Ерамуни, ну, у него был такой план. Можно? Насколько вообще правомерно родителям, ну, видимо, что ребенок может сделать ошибку или делает ошибку, вмешиваться, или все-таки дать возможность получить урок? И насколько вот мы можем вмешаться? Смотря какая ошибка. Какие-то вещи есть опасные, и тут мы не позволяем. Мама, дай мне канистру бензина и стички, я пойду поиграю за сараями там. Мать же не даст. Ну хорошо, другому иди, получи опыт. Да он сгорит просто, это слишком серьезная вещь. Это слишком, вот это допускать нельзя. Также, если мы видим, что... Скажем, в личной жизни что-то происходит. Брак, например, ответственная вещь. Тут старшие должны, конечно, вот иногда вмешиваться, если ну, неблагоприятная ситуация складывается крайне. Потому что это на будущее отложит на всю жизнь отпечаток. Такая ошибка. А в какие-то обычные вещи, да, слишком вмешиваться не нужно. Иногда нужно ну, дать возможность жить, как они хотят. Да, смотря какая ошибка. Есть вопросы в интернете. Ишимати Сутада спрашивает, может ли являться девятым оскорблением святого имени проповедь какого-либо знания из Бхагавад-гиты
Если да, то какого именно, кому и при каких обстоятельствах? Как понять, что не нужно или нужно ему рассказывать? Как понять, нужно или не нужно? Это очень просто. Нужно увидеть реакцию человека и все. Если человек плюет ему в лицо, понятно, лучше не продолжать. Очень просто. Сразу будет видно все это. Тарина Бупаманджари спрашивает такой вопрос. Вы сказали, что это настоящее искусство посвящать все Кришне. Как постичь это искусство, даже простую деятельность посвящать Кришне? Как постичь это искусство? Опыт. Но не только опыт. Опыт потом. Сначала нужно столкнуться с тем, у кого есть этот опыт. Увидеть собственными глазами, как он служит Кришне. Вот и все. Вот мой Гуру Махарадж, когда был здоров. Сейчас он не может так руки держать, караталы большие. Раньше он с ними не расставался, эти джаджи. Я все время думал об этом. Для меня это была как бы таинственная вещь. Как это получается у него? Он берет эти джаджи. И экстаз сразу начинается. Ну, каждый же может звенеть. Но экстаза нет. А у него есть. Почему так? Он сразу служит Кришне. Он служит Кришне. Когда звенит джаджи, он служит Кришне. Вот и вся. Все, другого ответа вы не найдете. Тут уже понятно, смотря кто играет на этих джаджах, смотря кто играет на инструментах, смотря кто воспевает киртан, мы это знаем из опыта. Разные киртаны получаются. Потому что мы по-разному служим Кришне, в разных настроениях. Как там один преданный пел киртан в Майяпуре, когда еще строился Майяпур, Прабхупад там был. Это описывает Вишакха Деви в своей книге. И кто-то там из брахмачарьев, мужчин его учеников, запел там киртан. Микрофон поставил и давай петь киртан. Так настойчиво, так знаете, громко, настойчиво, настойчиво, громко пробивал атмосферу. Вот, и все так смотрели на Прабхупаду, на его реакцию, он спокоен был. И где-то часа два, наверное, продолжалось. Потом все, киртан закончил. Прабхупада, наконец-то, говорит, он закончил. Та же Харе Кришна мантра, ну почему, видите, та же мриданга и все то же самое. Все этому, как это так получается? И сначала мы идем от обратного, от внешних каких-то вещей, признаков. А, Гуру Махарадж, когда вот, значит, эти вот джарджи бьет, он так еще голову откидывает, а вот я так же попробую, раз так Харе Кришна сбит. И может получиться, потому что Кришна может принять это, потому что я служу своему духовному учителю, я подражаю ему, иду по его стопам. Я еще не понимаю, почему он так голову откинул, но я тоже так, значит. Ну, в этом было что-то, я почувствовал, что-то в этом было. И так нужно сильно бить иногда в караталы, правильно же? Ну, я тоже так делаю иногда. Но поскольку я следую за чистым преданным, Кришна может принять это. Вот-вот. Я чувствую вот, уже изнутри, вот почему так было. То есть это определенное состояние, это определенное настроение приходит к человеку, как бы заряжается он этим настроением. Мелодии такие же повторяет ученик, если он особенно слышит все это, он повторяет в точности, как его гуру поет. Я встречал таких учеников, скажем, Лаканатхи Махараджа, он известный, киртанея по всему миру, его голос ни с чем не спутаешь, ни с кем. Какие киртаны у него. И у него есть ученики, которые вот, трудно отличить, вот, точь-в-точь повторять за духовным учителем. Вот так иногда ученики идут таким, по таким стопам. Но это не обязательно. Просто копировать. Потому что в конечном итоге пробудится и свое настроение индивидуально. Но это по милости гуру именно мы получаем. Тоже много учеников, которые там говорят. И что в этом такого? Ну, повторяю. А есть же, ну, как может, когда постоянно, допустим, слушаешь духовного учителя, же неосознанное же есть подражание. Ну. Поскольку каждый ученик связан с служением с гуру, его чувства тоже связаны становятся. То, что чувствует гуру, ученик чувствовать начинает. После инициации обычно это.
Поэтому гуру может иногда и не говорить какие-то прямые наставления. Просто настроение иметь какое-то, и ученик начинает уже думать, все, что-то не то, все. Связан. Это связь. И когда я общаюсь со своим духовным учителем, я как локатор. Малейшие вещи я пытаюсь, что там гуру говорит, что-то говорю, я должен воспринимать его, не себя. Так я себя и понимаю лучше. Если я буду говорить, о, Гуру Махарадж, я то сделал, я уже забыл, кому, перед кем тут это, я уже про себя рассказываю. Он сразу угасает. Опа, я в сторону ложное эго. Так я служу духовному учителю. Тут есть вопрос от Муслима Каримова, и я немножко не поняла, может, не поймете. Вчера вы говорили, что все дживы когда-нибудь попадут в духовный мир. И в Шримад-Бхагаватам говорится, что этот мир вновь создается и разрушается вечно. Как это понять? А, что понять нужно? Что мир разрушается вечно и создается вечно. Вечно, да. Так и понять буквально. Тут ничего удивительного в этом нет. Вечно так происходит. Не знаю, что нужно объяснить. А, видимо, не нравится кому-то этот мир. Мир страданий, что он вечный. Но в этом смысле я согласен, да. Но кому-то нравится, вот в чем дело. Если вам он не нравится, если вы понимаете, что это мир страдания, конечно, вы спросите, зачем он вообще создается, но кому-то он нравится. Вот для этих джив создается этот мир. Санкиртана Югадхарма спрашивает. Скажите, пожалуйста, как правильно говорить людям, чтобы они предлагали свою деятельность Богу? И как самому это осознать, проникнуться этим? Свою деятельность предлагали Богу, нужно какие-то конкретные дела для Бога делать в этом мире. В этом мире. Для Бога. Бога нужно установить в этом мире. И тогда для Бога можно что-то делать. Установить. И вот это пророки установили, религии дают нам эту вот возможность. Для поддержания религиозных принципов что-то нужно делать конкретное. Для храмов, где проводятся службы хорошие. Для тех священников, которые честные, мы помогаем им, это вот для Бога будет. Обманщикам не нужно жертвовать деньги или помогать. Но тут нужно распознать, установить эту истину. Особенно цените тех, кто следует принципам чистоты духовной. Вот им помогайте в служении. Кто не наживается на вас, не обманывает вас, вот кто чист сердцем, вот особенно вот в эту сторону действуйте. Это для Бога все будет. Ну и также, если люди беспомощные, страдающие, можете помогать им. Это богоугодное дело, как говорится. Но если вы хотите прямо Богу послужить, найдите чистого преданного. Вот это вы прямо послужите ему. Это самое будет, как бы, ну, самое сильное то, что можно сделать в жизни. Самое лучшее, что сделать в жизни. А так богоугодные дела — это воспитать хороших детей, также это, ну, хорошую семью создать, посадить деревья. Но чтобы мир не приходил в упадок, во всяком случае, хотя бы я, ну, поддерживаю, улучшаю то, что здесь есть. Это все богоугодные дела, в благости, хорошо. Но высший пилотаж, когда мы служим чистому преданному, это мы прямо служим Богу. Чайтанья Раса Давидаси спрашивает, что такое истинное счастье? Истинное счастье — это то, что... Нет, оно никогда не кончается. Это понятно. Если туда даже заглянуть, мы видим, что оно бездонно. Но это то, чего люди боятся больше всего в этом мире. В мире невежества вот такая ловушка Майи. Вы будете желать истинного счастья и будете убегать от него именно. Потому что истинное счастье, оно погонит вас целиком и увлечет от материального мира. Люди очень боятся такого счастья. С одной стороны, хотят такого счастья, но и боятся одновременно.
Это истинное счастье. Вопрос от Ивана Демидова. Как видеть Кришну в обычной работе? Через дхарму? Через дхарму, да. Увидеть Кришну в обычной работе через просто долг. Ну, не важно даже какая работа, а долг важен. Если вы это выполняете работу как долг, из чувства долга, это уже сознание Кришны. Это уже сознание Кришны. Любовь Бухарова спрашивает. Что происходит с самоубийцами после смерти? Ничего хорошего. Плохая история. Самоубийцы. Я не могу подробно рассказать об этом, что в деталях происходит с самоубийцами, но в общих чертах они должны страдать в телах привидений. Это практически адское существование. Когда вы хотите есть и не можете поесть. Когда у вас есть чувства, вы не можете их наслаждать. Это просто адское существование. Это долгое время должно быть. Тот, кто это тело отказался от этого тела путем самоубийства, совершил серьезное оскорбление, потому что человеческое тело — это высочайший дар свыше, говорится, для живого существа, для души. Высочайший, ценнейший дар. А в форме привидения он может как-то осознать свою ошибку? В форме привидения может ли он осознать как-то свою ошибку? Да. Он может осознать свою ошибку, но дело не в этом уже. Дело уже вообще не в том, что он осознает. Единственное, что он осознает, это просто постоянный голод, страдания, с ума сходит от этого. Там нет вопроса еще что-то осознавать, а еще о чем-то думать. Что-то осознает, конечно же. Но все покрывается вот этими вот страданиями. Буквально теряет рассудок от голода. Тонкое тело. Это описывается в Гаруда Пуране. Более подробно описываются вот эти пути ушедших душ, не в сознании Кришны, но с разными грехами, с чем они сталкиваются. Прета называется такое существо. Мертвец его называют. Он потерял физическое тело, то есть убил себя. И теперь он прета, как злой дух действует. В нечистых местах обитает. Причиняет беспокойство живым существам во сне, входит в тела туда, пытается. Но он обезумел. Может быть, до этого он был в этом теле каким-то большим человеком, неизвестно, там, успешным, но он совершил самоубийство. Видите, до чего он дошел? И еще потом, говорится, я слышал такую вещь, не знаю, насколько это авторитетно, но как бы похоже на истину, что потом, когда все-таки срок подходит его воплощаться, он не получает хорошего воплощения. Он отличается в тех местах, где нет цивилизации, от которой он ушел. Он же оскорбил еще и цивилизацию, еще и общество все оскорбил. Рождается где-нибудь у аборигенов, где-нибудь на крайнем севере, в вечном мерзлоте, может быть, там в каком-нибудь чуме рождается ребенок, я не знаю, ну, что-то такое. Вот. Эту еще пару жизней проводит в таком духе, прежде чем еще, может быть, молитвами своих родственников восстановится, кто его знает. То есть большая проблема. Большая проблема. Даже об этом не спрашивайте. Не шутите шутки с природой, пожалуйста. Самоубийство, не шутите шутки. У Рухарады сейчас очень много подросткового сына, его нарастает. Вот такое образование получают подростки наши, вот суицид, возрастают подростковые самоубийства в благополучных семьях, тем более. Вот слава нашему образованию, так сказать. Извините за такое выражение. Люди не получают образования должного, духовного. Я бы и сам не жил в таких семьях, с которыми я иногда встречался, с богатыми людьми, у которых вот дети приносят такие проблемы. Пообщавшись с такими людьми, я бы и сам не жил бы в такой семье. Это проклятие. Богатые, жадные, завистливые люди. Там невозможно жить на самом деле.
Они создали эту среду и думают, что деньги – это их честь. Ну там жить никто не захочет. Я их понимаю, этих подростков несчастных. Конечно, плохая карма родиться в такой семье, смешанная с хорошей, но вот это вот их нечистота, это принятие решений, все портит, что они кончают жить самоубийством. Лучше уйти в отречение. Лучше стать хиппи, искать абсолютную истину, ходить по миру. Но у них не хватает мужества. Они выросли в богатых условиях. А у них не хватает мужества. Слабость, видите, сердце. Обиженность вот эта вот, эта скверна у них внутри вся. Поэтому плохая семья, плохие семьи. Что тут удивляться? Плохие семьи. Если бы они дали своих детей нам, мы бы их воспитывали, проводили для них бы занятия специальные, пусть они обратятся. Мы же не против. Если у них еще какой-то разум остался. У этих богатых и жадных людей. Если еще какой-то разум остался, пусть позаботятся о духовности своих детей, если о своей не позаботились. Приводите к нам. Они привязаны к комфорту. Ну а какая нам разница? Нам плевать на их комфорт. Мы им создадим другой комфорт. Мы тоже живем комфортно. Мы дадим им духовный комфорт. Но пусть они их приведут. Как? Не просто за руку и силком. Пусть они скажут, как это нужно, как это важно. Пусть они им тоже как-то настроят на эту волну, чтобы они оценили духовные знания. А куда они еще пойдут, скажите? Либо к нам, либо в морг. Вот в другом случае, уже в крайнем случае, не будет выбора, поймите. Когда у них мозги появятся, у этих богатых, жадных людей? До какого-то времени, я думаю, что это время может как бы вот колебаться, но принцип, до какого-то времени ответственность несут родители, конечно же, карма отвечает за их поступки, поэтому карма ложится, ну, делится там. Если человек уже что-то осмысливает и принимает решение, какую-то ответственность он несет, но в основном уже родители за детей отвечают за такие поступки, это тяжкие грехи. Поэтому потом так тяжело, да, родителям? Это очень тяжело. Это очень тяжело быть таким родителем и такими детьми. Это очень тяжело. Что делать родителям, у которых дети совершили такое? Уже совершили, что им делать? Да, родителям. Которые... Пусть молятся хотя бы те, кто еще остался живым. Пусть обратятся к Богу, серьезно. Не так там намаз или там что там слышали мы такое бытовое. Это все хорошо, но делайте серьезно этот намаз. Если намаз, то намаз. И каждый день. Ну, серьезно, по-настоящему нужно это делать. Не так для галочки. Намаз иногда туда, иногда в мечеть, так, знаете, для отмазки, так сказать, это все. Ну так с Богом не играют. Отнеситесь серьезно, пожалуйста, к этому моменту. Это жизнь. Мы говорим, Бог, это жизнь, это как бы синонимы. Как вы к жизни относитесь? Не шутите шутки. Как вы к Богу относитесь? Не шутите шутки. Не обманывайте себя и Его. Делай что-то формально. Как вы можете обмануть Его? Как можете обмануть жизнь? Притворяясь верующими людьми. А на самом деле жадные и завистливые. Ну что, не так что ли? А иначе почему эти дети такие? Откуда страдания к вам приходят? Копите эти деньги, Боже мой, на гроб. Нет, это не самоубийство. Ну, он расстроен, скажем, человек вышел расстроенным. Из-за расстройства не увидел, скажем, был невнимателен на дороге, машина сбила его. Но это не самоубийство, тем не менее. Это не намеренный поступок. Это просто цепная реакция кармы так происходит. На самом деле просто ему было суждено попасть под машину. А как вот цепная реакция работает? К
Кто-то обидел, допустим, что-то случилось, он расстроился. Вышел в этом состоянии растерянным на дорогу. Не заметил, ну вот это так в жизни происходит. Это предопределение так работает. Самоубийство это другое, когда человек намеренно, но вы, вот вы живые люди, сами представьте, с какими мыслями вы должны совершить самоубийство. Ну какие хорошие мысли придут к вам, нет? Вы просто помедитируйте, представьте, что это за ад в уме должен быть, сколько должно быть вот, ненависти к этому миру, сколько должно быть обиды, сколько негатива нужно накопить, чтобы сделать этот шаг. Не пускайте в свое сердце вот эти вот плохие вещи. Нужно учиться любить. Если вас научили любить деньги, вас заживо похоронили. Ваши родители собственные. Любите Бога. Деньги вас не защитят, Бог защитит изнутри сердца. Смысл постов, Рамазан начинается сегодня уже, начался, и в течение месяца, так это будет, посты. То есть нельзя есть после восхода и до заката, да, это, даже воду не пьют полностью. Очень хорошее время. Но не сводите все к посту только. Пост это как бы внешняя вещь. Как эти живые существа в саваннах. Все. До сезона дождей они там все постятся. Они там все голодают, и такие аскезы, знаете, но животные остаются животными. Поэтому дело не в самом посте как таковом, а в том, что с мыслями о Боге жить интенсивно в этот месяц. Пост помогает. Очищает менталитет, чувства, пост очищает. Поэтому, чтобы возвысить именно ум, мысли человека, до божественного уровня. Вот этот месяц мы должны молитву улучшить свою. Это главная цель. А пост и вот эти вот праздники помогают нам сосредоточиться на Боге, на имени Бога. Сейчас очень хорошее время как раз вот для молитвы. Замечательное время, когда вот карантин. Давайте используйте этот месяц интенсивно, лучше, чем обычно. И так мы улучшим свою жизнь и жизнь общества. Спасибо, Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай. Гуру Махарадж ки джай.